Вы все учили историю и должны помнить, веками наша земля была под сапогом иноземцев. Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми. Обращаясь сегодня к вам, нашей молодежи, снова повторю. Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий юные и горячие головы. Ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и попозже. Но убежден, рано или поздно все наши дети, вы, услышат не призывы зарубежных телеграм-каналов, а голос разума и скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее. А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей нашей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю.